Всем привет, мои дорогие подписчики и зрители моего канала. С вами, как всегда, Никита. И это Standoff of 2. Сегодня у нас с Димой дуэль на скин, на который мы поставили. Я поставил свой... Как его? Да-да, привет, Дим. Я поставил, короче, свой Дигл. Да, самый дорогой скин в моем этом инвентаре. А он поставил свое... Это самый дорогой скин, который мне еще не сказал. Ой, ну я вижу, ну что ты. Что ты? Смотри. У меня тоже красненький, видишь? Пока, Дим. Так. Так, у нас сейчас битва, ребят, на АВП. Чисто АВП. А я с АВП вот вообще не умею играть. То есть вообще, я с АВП не играю никогда. У него все шансы. Базарим мы с этим его. Ага, выходить не собирается. Ведь. Блин! Да я не умею стрелять с ВП, ребят. Или умею. Так. Да, у нас, кстати, можно и с ножа убивать, поэтому это не запрещается. Блин. Да блин. Да как я так не попадаю? А у меня перезарядка! Пошел отсюда. Так, я пока лидирую, это хорошо. Я не хочу продавать свой дигл. Я не хочу. Он выйдет отсюда? Нет, он пошел, видно, по тому пути. У меня зависло немного. Ты где? Опа. Есть. Отлично. А! О! Ну, скопом убил. Отлично. Без прицела. А может его еще раз без прицела? Если попаду сейчас. Сейчас будем без прицела. Давайте, ребят. Оба. Да, блин, я пытаюсь попасть. Я думаю, попал. Блин. Ну, я без прицела это очень сложно. Кстати, вот который я хотел дигл поставить мой. Он у меня падла самый дорогой. Я не хочу его отдавать, поэтому я должен выиграть. Да блин, у меня привисает иногда. Чё, сейчас выйдем к нему, давай! 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 Или давай, давай! Воу, Дима, все, я понял, надо аккуратно играть. Че я выхожу, как идиот? Блин, ну ногу не надо стрелять. А, как ты попал? Попал. О, отлично. И где он может сидеть, интересно? Давай, выходи. Опа. Да блин, у меня привеснуло. У него шанс есть большой сейчас. Тут ну скопом надо. Нормально идем. Да блин, опять. Я понял, на ножа. На! У меня залагало опять все. Я не убил, ну блин, у меня залагало. А лагает от того, то, что я записываю, ребят, это видео. Если это у меня лагает, Карл, блин. Так, а у меня еще и с FPS-ом там какие проблемы были. Да, у меня с FPS-ом падла. Где-то там сидит. Зуб даю. Нет, если он сидит сверху, это, то есть... Нет. А куда он пошел, у меня такой вопрос. Я слышу, как он, ребята, это переключает свой этот прицел. А где он?
Стрим выходи и не трусь, у тебя все-таки меньше очков. А! Это моя база! Попал. А он меня убил? У меня залагало. Ну, Дим, тебе везет того, что у меня лагает. Да, блин, я ненавижу ВП. А он это еще выбрал, а он любит это, видно. Да, блин. Да, блин. Да вот ты че? Так, все. Так, он сейчас выйдет, это в любом случае. Выйди. Куда он свалил, у меня вопрос. Дима, ты, блин, мыша, ты мыша. Дорогой. Какой ты хороший. Он туда пошел. Мы знаем, куда он пошел. Ждем его здесь. Как я не попал? Это бред какой-то. Да блин, тебе, Дим, везет то, что у меня... А, я попал. Я мужчина, я попал. Блин, я ушел. Ля, мышь какая, ну... Я не хочу продавать свой дигл. Я не хочу. Иди сюда, я должен тебя убить. Не меняй свои позиции. О, хочешь опять здесь? Дима, иди нафиг. Тебе, блин, везет того, что у меня лагает. Какого хрена? Когда я вижу игрока, у меня лагает. Обидите, почему? Вроде все нормально, интернет. Ты че, давай работай. Давай, мы должны выиграть его. Че мы? Мы же вырвали его. Давай. Да в смысле, я же в него попал! Дима, иди нафиг! Я тебя вырву, все равно я не хочу никого отдавать! Нет! Я на него, блин, скрафтил столько этих денег, блин, иди нафиг, он дорогой у меня. Да блин, я тебя убью, падла, я тебя убью. Да, опять убил меня, нет. Что за... У меня лагает. Падла ты. Мужчина. Я же говорю, у него шансы есть, блин. Я тебя зарежу. Фон пошел. Маневр Кукага был. О! Да блин. Нафиг делаешь? Уходим. Мне потом мало. Надо пережириться. Ай, мужчина. Должен выиграть. Это падла меня обходит, что ли? Он бил меня. Не. Да блин, у меня залагало. Дим, иди. У нас одна минута. Все, две минуты. Все, не поддаемся. Идем просто в бой. Я должен его убить. Дима, блин, красюга, сидит на своей базе. Дим... Не сиди на базе, ходи, бесишь, блин. Ай! Я должен выиграть. Вот падал, ну реально же падал. Что как? Пошел. Нафиг. Выходи, если не туз. А у меня опять залагало. Да блин, Дим! Так, придется идти на правом, потому что это не вариант сидеть сейчас. Это он крыса, сидит на базе своей, ничего не делает, но это мышь только может делать. Вот, ребят, я сейчас так себя чувствую. Да. Дим.
открыть, сука! Покваная, блин. Ну что ты? У меня еще лагает. Я ненавижу, блин. Нет, последние секунды. Карл, пожалуйста, Карл. Пожалуйста, помоги мне. Пожалуйста. Да как я с него попал первый? Ну какого фига? Да ну нафиг это его, что ты, бывай, короче. Петуш, он сидел на базе, я это видел прекрасно, вы сами это видели, но это, ребят, как-то нечестно, я считаю, потому что я, блин, к нему ходил, а эта мыша сидела, это как-то не очень. И мыша, просто, мыша, меня бомбит, я должен продать свой, блин, дигл, но я же не проигрывал ему, я ненавижу АПП, я терпеть могу, если мне выпадет АПП, я уже продам, блин, при вас, честное слово, если он хоть самый дорогой будет, я его выгоду, блин, продам его нафиг. Что тут написано? На чем? Не на чем уже. Мышь! Ты мышь! На базе, блин, сидел. Базе, блин. На базе сидел, блин! Да ты мышь! На базе сидел! Ладно, красавчик. Ладно, красавчик. Пойду продавать. Блин, нет! Дига мой! Ну нет! Ты не какой-то красивый! Ну блин, ну нет, не хочу! Блин, ну такой дорогой, ну это пипец! По-моему, да блин, нет! Пятнашка! Продать! Ну давай я хотя бы тебе продам, так нормально! О, блин! Бомбит! Ну пусть 15. Сколько это у нас выйдет? 12. Блин. Ну такую же цену. Его купили уже. Блин, ну не пофукал. Меня бомбит. Меня бомбит. А хотя чё, ребят, смотрите какой. Ребят. Я его продал, но... Так, где тут эти... Дигл. И он, по-моему, такой у меня был. Да, я могу увернуть, ребят. Хотя это вроде как-то нечестно, но я его всё-таки... Ладно. Меня бомбит. Я, в принципе, его верну потом, ну да ладно. Я продал. Продал. Как это весело. Да, вот, кстати, какие у меня скины. Такие себе, я знаю, ребят. Но UMB прикольненькая такая, мне нравится. Продал. Ну да ладно. Какой я молодец, профукал, офигенный пичка. Ладно, заканчиваем. Ну что же, ребят, давайте на этом заканчивать все-таки. Дима победил. Потом.
Респект Диме. Димин, как его сражение со мной будет на его канале, а его канал будет в описании, как всегда. Я профукал свой диклец, ну да ладно. Потом, если хотите продолжение, этого как вам, ну вместе, чтобы мы дуэлились поболее, побольше, пишите в комментариях, будем продолжать снимать. Но я не ожидал, что он выиграет, блин. Я вообще терпеть не могу. Ах, ладно. Ну да, как видите, Бендик вышел, попрощался, как видно. Ну ладно, всем пока, до скорого встречи. Если хотите продолжение дуэли, пишите, будем продолжать. С вами был Димон и Никита. Всем пока, до скорого встреч. Всем пока.